минус 23. Тяжело. Но завелась. Со сцеплением. Так, гудит сейчас у нас ГУР. Прогреется, затихнет. Так, сцепление пока держу. Работает тяжело. Ой, ну сколько? 4 раза провернулась, завелась. Но так тяжело, капец. Пускаем. Вот так вот. Она запускается, требует больше времени немножко на этот процесс, по той простой причине, что двигатель большой, объемный. Вот. Если бы был 4 цилиндра и какой-нибудь 2,5 или 2, все было бы быстрее, собственно говоря. Ну, всем спасибо. Всем пока. Ну, я бы сказал, очень быстрый старт происходит на шестицилиндровом моторе. Это 2.5 с вальвотроником, 218 лошадиных сил. Честно говоря, машина у меня впервые такая во владении. До этого была Mazda. Сидений. Так, ну что, попробуем. Завелся. Сейчас может заглохнуть. Нет, все, вышел на прогревочное. Температура минус 20 по Фаренгейту. Все нормально, завелся. Нажимаем старт. Вот так вот. Пол пинка. Машина заводится. Печечка. Так. Попытка номер 2.
Сорняк вроде продолжает работать устойчиво. И ключ. Давление масла, все загорелось, короче. Охлаждающая жидкость. Нет, все потухло. Ага. О. Не, на жидкости это пофиг. Все заработало. Ну, в общем, как вы видите, без педали газа, я даже пока не буду убирать ее, пока что-то давно. Ну что, поехали? Сорок. Портативный гараж. 10 часов стоял. Я вчера садик слушал, тут понимаете, тоже тратит энергию. Давай, ладно. Как ни странно, у нас без этой быстрого старта машина запустилась. Подогрева, о, оборотики, не оборотики. Ну,
что тут все. Все в шоке. Машинка в шоке. Так, расход не показывает, потому что вчера хотел снять аккумулятор, но там стоит защита, чтобы отснять аккумулятора. А головки не было на 12. Минус 6 часа. Сколько? 12. Время сбилось.